25 марта по всей республике прошел широкомасштабный субботник. Не стал исключением и наш Кашхабльский район. Жители поселения, представители общественных организаций, работники бюджетной сферы, администрации района, поселения, управления сельского хозяйства с утра собрались на левобережье главной водной артерии района Лабы. В результате за несколько часов дружной работы участники субботника собрали и вывезли 20 тонн мусора. В рамках года экологии сегодня Кашхабльским сельским поселением был разработан план мероприятий по очистке территории берега реки Лабы. В этом мероприятии участвуют все бюджетные организации, которые находятся на территории сельского поселения, плюс ДРСУ, ТССОН и пенсионный фонд. Поэтому сегодняшнее мероприятие участвовали где-то около 200 человек, жителей нашего аула. Я хочу всех поблагодарить, которые пришли сегодня на сегодняшний субботник, сказать огромное спасибо, чтобы мы в дальнейшем могли эти мероприятия делать вот на таком высоком уровне. Техника присутствовала от фермера Коблева Алия, присутствовали техники Казехова Кабардока, присутствовала техника ДРСУ. То есть было вывезено мусора, порядка около 20 тонн мусора было вывезено. В конце мероприятия всех желающих сотрудники администрации сельского поселения пригласили отведать калмыцкий чай с шелям и адыгейским сыром. В этот же день работники Гирхайского сельского поселения во главе с Русланом Брафтовым вышли на субботник. Дружный коллектив в течение нескольких часов очистил от мусора территорию поселения. На территории школ также прошло масштабное мероприятие и был наведен идеальный порядок. По словам главы поселения, если каждый будет относиться бережно к чистоте поселения, это будет очень большим достижением.